Графики, схемы, расчеты, которые для непосвященных глаз представляют собой просто набор символов, для Анастасии Бурчеладзе с первого же взгляда обретают форму конкретного космического аппарата и механизма его действия. Вот уже 5 лет инженер-конструктор отдела двигательных установок НПО Лавочкина работает над тем, чтобы космические аппараты успешно выходили на околоземную орбиту. Один из последних проектов, над которым работала Анастасия, это спутник «Арктика». Он был запущен в декабре 2023 года и предназначен для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Конечно же, мы работаем в команде, это конструкторское бюро, наше непосредственное отдел двигательных установок. Я занимаюсь разгонным блоком, и моя вот основная задача – это заправка разгонного блока фрегат. То есть я рассчитываю, сколько нужно топлива, чтобы доставить космический аппарат на свою целевую орбиту. Нам приходят исходные данные для расчета заправки с другого подразделения, и, соответственно, начинается работа. Составляется сам расчет, разрабатывается, высчитывается точная доза заправки, подписываются документы и уже выпускаются. Работа в космической отрасли стала призванием для Анастасии благодаря любви к точным наукам. Поэтому и выбор Московского авиационного института для будущего инженера стал вполне закономерным. Кроме этого, сыграла и наследственность. Отец Анастасии работал авиационным механиком. В школе мне хорошо давались математика с физикой. Соответственно, я точно знала, что это будет именно связано с инженерным делом, моя профессия. И в школе я летала на планере, вот, и хотела связать свою жизнь с авиацией. Мне нравится быть причастным к чему-то большому. Это космос, вообще он необъятный. И, конечно, это очень вдохновляет на работу, что я в такой большой госкорпорации «Роскосмос». Это очень здорово. И мотивирует не только меня, но и людей, которые вокруг меня. И все же, несмотря на плотный график и загруженность на работе, Анастасия живет полной жизнью. Помимо работы я очень люблю спорт. Занимаюсь в фитнес-зале, катаюсь на сноуборде. Без спорта вообще не представляю свою жизнь. Вышиваю крестиком, чтобы расслабиться. В свои 25 сделано уже немало, но впереди еще много целей, к которым Анастасия стремится, в чем чувствует свое предназначение. Предназначение любого человека, не только женщины, это заниматься тем, что тебе действительно нравится, приносить пользу обществу и заниматься чем-то важным и нужным для человечества. Я точно счастлива, определенно. Я занимаюсь тем, что мне нравится. Вокруг меня люди, которые мне нравятся. Жизнь моя выстроилась таким образом, что я получаю каждый день от нее удовольствие. И я думаю, что счастье женщины в этом и состоит.